Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из Турции. Автобус с российскими туристами попал в страшное ДТП в Турции и есть погибшие. В субботу около 16:30 в районе Илидже в регионе Манавгат в Анталии туристический автобус попал в страшное ДТП. Автобус с 33 российскими туристами выполнял трансфер из отелей в Алании в аэропорт, врезался в грузовик, припаркованный на обочине дороги. Судя по кадрам с камеры наблюдения, авария была действительно страшной. Автобус, видимо, из-за потери управления водителем, съехал на обочину и, не снижая скорость, буквально нанизался на грузовую платформу припаркованной фуры. В результате ДТП водитель автобуса погиб, а 5 туристов из России были доставлены с травмами в различные больницы Манавгата. По сообщению полиции, на место происшествия были направлены многочисленные машины скорой помощи и спасательная группа пожарной части Манавгат муниципалитета Анталии. Туристы, оставшиеся невредимыми, продолжили свой путь на других автобусах, которые были вызваны на место происшествия. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.